Кокшетау не падает снег, в Кокшетау падает кран. А я мимо проходил, мог бы в нашу сторону упасть. Всем привет, мы начинаем, поехали! Помните, раньше школьные дискотеки проходили в спортзале? Сейчас ничего не изменилось, также проходят в спортзале, но танцы... Давай, седьмая! Позор, позор! В наше время такого не было. Чтоб на дискотеке спортзал шариками не оформить, это же вообще позор! В Талдыкургане прямо на проезжей части устроили кок-пар. Спереди в синей куртке. Ну а знаете, как этих ребят наказали? Сюрм же. Ну еще одна хайповая новость. Это концерт Димаша Кудайбергенова, который собрал полный аншлаг в городе Нью-Йорк. А еще я прочитал в СМИ, что вице-министр культуры и спорта Ельдос Рамазанов прилетел в город Нью-Йорк, чтобы лично поддержать казахстанского самородка. Классная у вас работа. Летать по миру, видеть города, поддерживать казахов. А не хотите ли сыграть кок-пар на талдыкурганских дорогах? Там, кстати, сейчас и лошадей не хватает, кажется. Поддержите. Докатитесь вы все. Ой, начало забыл сказать. Хорошая новость. В городе Кокшетау на днях на центральном пляже откроется горка, куда мы всех вас приглашаем. Есть горка, нету снега. Это был хайп-обзор. Всем до скорых встреч. Всем снега. What you've been doing since I'm not there. Your kind embrace, I feel your arms all around me. Arms all around me. I see your face. Дорогие друзья, свежее морозное утро, 15 декабря. Предпраздничный день, и мы в Бурабай-Лэнде. Это та самая резиденция Санта-Клауса. Здесь пройдет сегодня Санта-Фест 2019. Я не знаю, насколько это Санта-Клаусы. Больше всего это похоже на Дед Мороза. В общем, мультикультурная тусовка, все перемешалось. Санта-Клаусы, Дед Морозы. Здесь, скорее всего, мы встретим и Аязата обязательно. В общем, погнали посмотрим, что здесь происходит. Особенность данного фестиваля заключается в том, что сюда приехали все Дед Морозы нашей области, а быть может даже и со всего Казахстана, для того, чтобы помериться животами, оленями, чем они там мерятся, бородами, бородами помериться, ну и все с этим связано. В общем, очень круто, что вообще у нас такое место есть, именно в Боровом, именно в Акмунской области, единственное такое место, новогоднее, по-настоящему волшебное.
В целом, с этого дня мы начинаем дарить позитивное настроение для всех наших подписчиков и для всех жителей нашего города и нашей области в целом. С резиденцией Санта-Клауса мы уже делали небольшой репортаж. Теперь приглашаем всех обязательно посетить это место.